В нашу редакцию обратилась жительница улицы Спортивная Любовь Николаевна Кобзева. Пенсионерка пожаловалась, что жить стало неспокойно с тех пор, как рядом с ее домом своевольно образовался проулок, по которому ходят жители, бросают мусор и докучают молодежь. Любовь Николаевна живет в этом доме с 59-го года. Говорит, что все было хорошо до того момента, как между ее и соседним домом протоптали дорожку. Появилась она здесь около 15 лет назад. С тех пор спокойствие пенсионерки нарушено. В проулке появился мусор, а в ночное время здесь гуляет молодежь. Вот по ночам я человек больной, вот по забору дуть и стучать. Ну, тут уснешь, не уснешь, на мотоциклах я остался на машине тут ездить. На мотоциклах ездить, на велосипедах, ну на мотоциклах-то. И вот по забору начинает стучать. После того, как стекла на веранде дома побили камнями, Любовь Николаевна обнесла его высоким забором. Пришлось вставлять новые окна. Жить стало страшно. На молодежи управы никакой, говорит пенсионер. Проулок зарос травой и кустарником. В зарослях скапливается мусор. Все в пакете. Что, соберут в пакет? И тут все бросают. А это же пакет, ведь кошки-то разрывают. И эти бумажки, все это разлетаются. Я иной раз даже вот тут собираю. И вот тут вышло, тут вот пакеты зарват. Тоже брошено было. Они собрали, она говорит, ну невозможно, Люба, говорит, невозможно жить. Я говорю, даже не знаю, что делать. Обращалась Любовь Николаевна к своему уличкому, звонила в различные инстанции. Но результата пока нет. Надеяться на сознательность жителей, которые нашли себе короткий путь на соседнюю улицу, уже бесполезно. Осталась надежда, что обратят внимание те люди, кто реально сможет чем-то помочь в сложившейся ситуации. Ирина Птуха, Алексей Горелкин. Новости ТВ Рассказово.